Look at me. It really was not easy, but I can breathe. I am so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Привет! Сегодня наша программа посвящена Международному женскому дню 8 марта. Угу. Этот день приятный сюрприз для женщин и настоящий кошмар для мужчин. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И для начала мы определимся, какие женские имена нравятся нашим студентам. Ира, Лена, Наташа, Оксана. Таня и Юля. Татьяна. Юля. Ирина. Ольга очень нравится. Настя. Оля, Наташа. Анжелика. Анастасия. Юля. Татьяна. Такое красивое имя Татьяна. Карина, Екатерина, Инга. Оля, Наташа. Все, абсолютно все. Не в имени счастья. Важную часть праздника составляет поздравления и пожелания. Вот вам конкретные примеры. Мы желаем всего, конечно, хорошего, счастья, главное, любви, и чтобы они никогда не забывали нас. Главное здоровье, главное большой, толстый, такой широкой любви. Об этом каждая женщина мечтает. Любви, здоровья, счастья. И мужиков классных, как я. Чтоб цвели и пахли, и чтобы все мужики от них балдели. Пускай всегда, особенно наши университетские девушки, будут такими же красивыми, такими же счастливыми. И пускай вот эти студенческие годы навсегда останутся в их жизни, они будут всегда такими же молодыми, прекрасными студентами в жизни, по жизни. По обычаю, все поздравления сопровождаются подарками. Вот для того, чтобы что-то присмотреть, мы отправились в новый корпус. Итак, я получил задание выяснить, что же можно приобрести в нашем киоске к празднику 8 марта. Так, начнем с кассет. Ага, пожалуйста. Демо, хай-фай, мумитроль, русский рок, вот, пожалуйста, брат 2. Романтические хиты, новая история любви. Русский рок, очень много, пожалуйста, здесь и рэп. Почему бы не купить кассету «Праздник»? А дальше, дальше у нас журналы. Пожалуйста, «Она», «Фит», «Стерео», «Кул Герл», пожалуйста, вот есть мужчины. Почему бы девушкам не купить, да? Вот, любимой девушке можно купить и «Лизу», и «Кул Герл». Много интересного. Так, далее у нас открытки. Кто хочет выразить свои чувства в более традиционном стиле, пожалуйста. Вот открыточки. Любимому сыну, любимой внучке, правильно. Почему бы дедушке не купить в праздник внучке открытку? Ага, вот смотрите, какие симпатичные забавные зверюшки есть. Так, газета нам не интересна. А вот открытки для тех, кто хочет выразить свои чувства в более, скажем, прикольном стиле. Смотрите, какие яркие цветные, да? Здесь хватает всего. Вот,
8 марта. Держи подарок, дорогая, на 8 марта. И цены умеренные. Ребята, выбор велик. Дерзайте. Наша программа будет неполной, если мы не расскажем о конкурсе красоты «Королева весна 2001», проходившем 6 марта в актовом зале ПГУ. В конкурсе приняли участие представительницы 6 факультетов. Впервые участвовал лицей при ПГУ. Перед началом праздника мы решили поинтересоваться у зрителей и жюри, что они ожидают увидеть сегодня. Сергей Петрович, скажите, что вот вообще вы ожидаете увидеть на этом конкурсе? Ну, я думаю, что это будет свято прыгажости, молодости, весны, кохання. До речі, это самое лучшее, что у нас есть в университете. Мы, сподіваюся, сегодня побачим. Во-первых, я ожидаю увидеть красивых девушек, интеллектуально развитых, спортивных, ну, настроенных на весенний лад. Ну, во-первых, настоящий фейерверк красоты, обаяние, и на самом деле весенний праздник должен получиться. Я вообще жду шоу потрясающего. А мне кажется, что мы должны в этот замечательный день увидеть лучших представительниц прекраснейшей половины и увидеть все то лучшее, что было Богом и природой в них вложено. Надеюсь, что так и произойдет. Девушки продемонстрировали свой творческий потенциал, умение подать себя, показали, насколько они обаятельны и привлекательны. А вот и они, конкурсантки. Овчинникова Ольга. Павлова Зоя. Абрамович Евгения. Рычагова Надежда. Терновая Наталья. Антипова Екатерина. Чуднова Екатерина. Крыленко Алина. Итоги конкурса подвел председатель жюри Версин Сергей Петрович. Дипломом третьей степени награждается Терновая Наталья. Дипломом второй степени награждается Рычагова Надежда. Дипломом первой степени награждается Крыленко Алина. Ну и по сложившейся традиции заканчивает нашу программу сериал «Суперстудент». Кинокомпания «Конспект Пикчерс» представляет кочубарный фильмец «Суперстудент». Часть следующая. 8 марта. Жил-да-был студент Василий Отпилкин. Как и все студенты, Вася был полностью погружен в учебу и на посторонние вещи не отвлекался. Хороший пацан Василий!
Да что там говорить? Свой чувак, хоть и отпилкер. Но тут пришла беда, откуда не ждали. Вспомнил тут Василий свою боевую подругу Фросю Страшилкину и то, что никакого подарка он ей не приготовил. Ситуация соц, ситуация хелп. Денег нет и нет подарка. Бабочки мои, что же делать? Он перепробовал все. Изобразительное искусство. Пение. Кружок сделай сам. Но тщетно. И тут появился он. Именно он. Суперстудент. О, я просто балдею. Он напомнил Василию про парочку несданных бутылок. Так появились деньги. А деньги – это подарок. Вот он, этот счастливый миг. Слеза умиления. Но суперстуденту пора. Еще так много нужно сделать.